история, которую вы сегодня увидите, дошла до нас сквозь тысячи лет. Это очень правдивая история. Камень, папирус и бумага сохранили ее до наших времен. Это история о вере и доверии. Она о любви и справедливости. Она о спасении и наказании. Это история о конце и о новом начале. Она о сомнениях и небывалой вере. Она о древних людях, но в то же время она о нас. Это не просто чья-то история, это история каждого человека на этой земле. Ведь каждому из нас приходится делать выбор. Выбор между добром и злом, между смирением и гордыней. Выбор между светом и тьмой. И, наконец, выбор между верой и самоуверенностью. Свобода – вот тот дар, которым надо уметь распорядиться правильно. Быть свободным – уметь сделать по-настоящему правильный выбор. Быть свободным – это не жить, как все. Быть свободным – не бояться идти против течения. Быть свободным – жить по правде, жить по любви и жить по вере. Итак, у них все еще было впереди.
непобедимы. Ведь я здесь решаю, кольну и прощаю. Мне в жизни подвластны удача и счастье. Удачу богатству подробная паства. Четвертый солнце и луну.
Где его дворцы, где же Бога след? Ты же славный парень, не глупый мой друг. Все и так понятно, оглянись вокруг. Thank you.
Средь славы и обмана ищу тебя. Ищу тебя. Пусть говорят, он странный, ищу тебя. Ищу тебя.
грешны, о Боже, разрешил ты уничтожить то, во что вложил твою любовь. В сердцах совсем нет страха, человек, щепотка праха, вижу вечный Бог, кто дал на плоти кровь. Придешь ты однажды, и я мечтаю, уверен каждый, неужто посмею тебе не поверить, отцу вселенной. Блуждая по свету, я буду отныне рассказывать людям о скорой кончине, пусть люди узнают о милости Божьей, любви неизменной. Сейчас ты смеешься, но поверь, спасешься.
Господь открыл, но ты не царь и князем от рождения не выиграл. Ты сошел с ума давным-давно, но сдается мне, ты видишь то и слышишь то, чего на свете нет.
иное, в мыслях только речь иное. Может, и вправду мы на пороге конца. Может, но и прав, и надо одно признать пора, и в нашу розу кончена игра. Голос гром от нас звучал. Разум.
был предупрежден Богом о том, чего сам еще не мог видеть, внял предупреждению и построил ковчег, чтобы спасти свою семью. Верой своей он осудил мир и стал одним из тех, кого вера делает праведным перед Богом. После того, как рано утром, в первый день недели Иисус воскрес, он явился сначала Марии Магдалине, из которой избрал 70. Она пошла и рассказала об этом его ученикам, которые были в глубокой скорби и рыдали. Услышав, что он жив, и что она видела его, они не поверили. После этого Иисус явился в другом обличии двоим из них, когда те шли по дороге, направляясь в селение. Они вернулись, рассказали об этом остальным, но им также не поверили. Затем он явился 11 ученикам в то время, когда они были за трапезой, и упрекал их в безверии и упрямстве, ибо они не поверили видевшим его после воскресения. И сказал он им: «Идите по всему миру и проповедуйте всем благую весть. Кто поверит и примет крещение, тот будет спасен, а кто не поверит, будет осужден». Сегодня настало наше время делать свой выбор. Выбор, от которого зависит вся наша жизнь. Живите и не бойтесь поверить. Смело живите с верой, несмотря на то, что думают остальные. Иисус воскрес, и Он вернется, чтобы спасти тех, кто верует в Него. Эта история в жизни каждого из нас еще не закончена. Я хочу позвать на эту сцену еще раз всех участников, чтобы вы могли еще раз поздравить их. Большая благодарность за то, что вы сделали от всех нас, за то, что вы передали нам это послание, которое дошло до нас сквозь тысячи лет. Мы особенно хотели отметить тех людей, кто готовил этот невероятный мюзикл, эту историю. Это в первую очередь автор текста и музыки Ксения Шевелева. Возьмите. Я хочу поблагодарить всех танцоров и участников. Вас мы благодарим.